Здравствуйте, меня зовут Ремнев Роман, я кандидат в депутаты Жигулевского Кинеша от партии «Зеленых». Сегодня намечен митинг для того, чтобы все, кто недовольны итогами выборов предварительными, высказали свое мнение. Мы добиваемся отмены результатов выборов, признания выборов недействительными, с тем, что наша партия «Зеленых» была написана на кыргызском языке «Жашалдар». И многие даже кыргызы этнически не смогли понять, что «Жашалдар» — это партия «Зеленых». Там была написана «Кыргызстан», «Жашалдар», «Партия Сыдышка». Некоторые смотрели, пробегали глаза и думали, что это партия Кыргызстана. Да? Соответственно, впечатление сложилось такое, что партии нет. Также были наши трое кандидатов задержаны в пятницу утром сотрудниками ГКНБ незаконно и необоснованно. Без разрешения центра избиркома. Разрешение было получено более 12 часов, даже 15 часов позже, без их участия, без участия лидера партии. Соответственно, это давление, плюс в средствах массовой информации пошла большая такая информационная волна о том, что якобы партию сняли. Многие наши избиратели поняли, что партию сняли, да, и когда увидели, что в списках ее нет, причем у нас в основном русскоязычный электорат, и они, придя, либо против всех проголосовали, кто-то там, есть факты, что испортили бюллетени, и, соответственно, мы не получили голосов. Хотя до сбоя мы получали, там, наши коллеги, что и бой выше 5%, а после сбоя у нас там 0,4%. То есть, соответственно, конечно, мы просим, чтобы выборы были действительными. Прошли выборы честно. Не то, что он даже против всех не нашел, и вот так вот, чтобы мы перезаполнили эти дела. И все, говорит, дурдом. Не родственники, соседи.